стали известны итоги выборов президента Российской Федерации. Большинство поддержало кандидатуру Владимира Путина. Он находится у руля страны с 2000 года. За это время Владивосток из обычного морского города стал центром притяжения лидеров мировых держав, форпостом России на Тихом океане, воротами в Азию. И это только начало. Теперь можно быть уверенным, что развитие дальневосточной столицы продолжится и дальше. Глобальное количество людей, россиян, приморцев поддержали нашего президента. А значит, выразили ему доверие для того, чтобы он и далее продолжал развивать Россию. Вот посмотрите, наш Приморский край, наш Владивосток. Что было в 2012 году, когда свершился первый саммит? Мы были обычным морским портом, и сейчас мы центр международного сотрудничества на Азиатско-Тихоокеанском регионе.